Привет, друзья! С вами Лена и Костя Феоктистовы. Ура! Мы сейчас едем на озеро купаться. Приехали на озеро. А где вода-то? А вода ушла. Вот тут уже видно берег крутой. Тут уже была вода. А сейчас ее нет. Что-то пока прохладненько. Даже не хочется раздеваться. Мне завидно. Завидно. Ну попробуй. Костя купался, а я не осмелилась. Вода холодная и вонючая. Вода не вонючая. Да, я вышла, у меня ноги воняли. Зимой. Ну а вообще хорошо было. Полежали, дым и понюхали. Песка. Не пожевал Костя, нет, нет, мне не попал. Все. Машинку бы нам помыть от пыли. Как-нибудь бы. Да что мыть-то, ездим постоянно по пылю. Ну, сюда больше не поедем. В этом сезоне уже все. Так мы в других местах по пылюге тоже ездили. Хороший водитель, Котика, умеет таким порытвенным, порытвенным, правильно? Ну да. Это то, что рыбаки были. Сотка. Тихо, не уси такой.